Своих учениц Андрей не критикует. Для них он не просто преподаватель, наставник, помогает добиться поставленной цели на занятиях, а с одной из них и в жизни. Сейчас Ольгу и Андрей объединяет балет, и начиналось все довольно традиционно для 21 века в интернете. Он увидел ее фото в социальной сети и написал, она на тот момент стала увлекаться хореографией, а узнав, что Андрей артист балета, решила, уже есть что-то общее. Я сходила на его спектакль, это было наше первое свидание. Вот, как он потом мне сказал, что танцевала только для меня. Поэтому очень приятно было. Так и завязались отношения, которые переросли в счастливую семейную жизнь. И хотя сейчас их объединяет страсть к балету, делить внимание мужа на занятиях для Ольги достаточно трудно. И претензий к родному человеку гораздо больше. Порой критика Андрея как преподавателя воспринимается близко к сердцу. Но и с этими переживаниями его самая любимая ученица успешно борется. Тем более, что балет не единственное увлечение на двоих. Бальными танцами вместе занимались. Оля просто давно этим занималась, а я вот буквально совсем недавно. Для меня это что-то новое. Ну и там бывает доходило, у нас. Я расхожусь. Да нет, до этого не доходило, но, конечно, любая совместная работа, она нервное напряжение, потому что перед выступлением, особенно когда надо какой-то результат показывать. Поэтому я говорю, что, наверное, легче заниматься с человеком, которого ты не знаешь, с которым не общаешься, вот так вот лично дома, там, где-то намного проще. Для артиста, проработавшего 15 лет солистом балета, занятия, пусть и с любителями, пожалуй, лучший вариант творческой пенсии. Она у балетных деятелей наступает достаточно рано, в 40-45 лет. И тогда встает вопрос, чем заниматься. Большинство себя посвящает именно преподавательской деятельности. Не торопись. Крылышко. Еще свежи воспоминания Натальи о занятиях у станка. Почти 3 года экс-солистка балета учит грациозным па юных девочек. И отмечает, задачи такого педагога куда сложнее, чем в обычной школе. С первых уроков Наталья помогает освоить девчонкам будущую профессию. Необходимо быть строже коллег-учителей. И эта работа не менее сложная, чем солировать в театре. Эта профессия такая, что очень сильно. И ноги болят. И эмоционально бывает, что все, я больше... Это я уже про себя, да, могу рассказать, потому что я через это все прошла. И уже когда в театре, у тебя гастроли, и постоянные двойники, и лебединое сегодня, лебединое завтра, ноги вообще их уже не чувствуешь, ничего не хочешь. Но когда ты выходишь на сцену, все, ты понимаешь, что ради вот всего этого можно, конечно. Однако есть и те, кто продолжает свою концертную деятельность. Например, одна из знаменитейших балерин Италии 20 века Александра Ферри в 50 вновь встала на пуанты. Задержалась на сцене и Марго Фонтейн, которая в 42 планировала оставить творчество. А еще Галина Уланова, Екатерина Максимова и, конечно, Плесецкая. Она танцевала практически 60 лет и почти полвека из них на сцене Большого, в труппу которого попала еще в годы войны. Практически все главные партии в классическом репертуаре исполняла до последних рабочих дней. Есть и те артисты балета, кто всерьез увлекся кино. Например, Михаил Барышников снялся во многих фильмах, а Николай Цискоридзе ушел на телевидение. Другие проявляют себя как хореографы. Например, Андрис Лепа, который в 39 перестал плясать под чужую дудку. И теперь многие танцуют под его руководством. К слову, и красноярскую труппу возглавляет экс-артист балета Сергей Бобров.